Барак Обама намерен баллотироваться на второй срок. Официально предвыборный штаб американского президента еще не начал работу, однако его соратники уже начинают битву за голоса избирателей. Начался и сбор средств. Во время своей первой кампании Обаме удалось переманить на свою сторону множество звезд шоу-бизнеса. Пойдут ли американские суперстары за своим лидером вновь, пока неизвестно. Рейтинги президента-демократа несколько снизились за минувшие два года с момента избрания. Экономический кризис ощутимо ударил по главной аудитории Барака Обамы, среднему классу американского общества. Безработица возросла, а обещанная реформа здравоохранения пока так и не случилась. Затягивается и военная операция в Афганистане. Но до президентских выборов в США еще полтора года, и положение вещей может изменить. Кого выдвинут республиканцы, пока неизвестно. При всех недостатках действующего президента достойного противника на выборах с аналогичной поддержкой населения у него пока нет.